А мы снова в магазине «Твой дом». Ларисе понравился этот светильник. У нее бордовая комната. Рабочий зона, рабочий кабинет. У меня бордовый. Она хочет вон там поменьше, за 12 тысяч. Я говорю, Лариса, это фигня. Надо вот этот брать. Весомая вещь. Шикарно. Выше тебя, Ларис. Ну ты же его не будешь носить туда-сюда. Хотя... Как раз под мой кабинет. Там идеально подходит. Да. Ну красиво. Так и свечи, главное, бордовые. Как да, тебе бы и надо было бы. Да. Ну думай давай, думай. Знаешь такую пословицу? Думай, голова, шапку куплю. Думать, думать нужно правильно. Пойдем дальше смотреть. Хочу скорее пить чай. А что чай-то? Вино давай. Красное. Нет, литвейн. Литвейнчик. А смотри, елки-то открываются, Ларис. Вот так. Шкатулки. Красивые. Классные, классные штучки. Так, это что? Это вот по отдельности веночки вот такие. Какие же они красивые, яркие-то. А, вот в них ставить свечи. Вот они, эти вторые. Надеюсь, эту песню не будет идти у блогера. Ух ты, что я вижу, смотрите, какая игрушка. 30 тысяч, конечно. Бешеный Дед Мороз или пьяный. Орет чего-то. Или кто это, звездочет с такими этими? Ларис, ты посмотри, какой шубе с камзоле. Какая штука у него висит сзади. Посмотри, кто тут. По-моему, еще подвезли новые игрушки. Таких мы не видели. Во, какая роскошь. Класс. Балдежные. И бордовые есть такие. Вот, в них тоже свечи ставить. Тут олень стоит. Интернет-магазин «Твой дом» просто класс! Все, что нужно тебе, закажи прямо сейчас! Вывод такой крупный, что разбегается... Лариса еще что-то приглядела. Классные лошадки. Чтобы не заблудиться в бонусах и скидках, возьмите карту. Эти, наверное, тяжелые. Нет, легкие, прям совсем легкие. Невесомые даже, я бы сказал. Вот они, эти подсвечники. Прикольно. Ну, дорогие. Зайчик. Сам заваривает, сам себя пьет, да, чайник? Но опять я за Новый год зацепился. Хотел другое поснимать. Ну сейчас, начну с Нового года и пойду дальше. Вот тут какие красавицы. Кто это? Ангелы? Ангелы? Ангелята? Ну да, ангел написан. Легкие очень. Здесь вот такие большие белые. Цветки есть. Уважаемые покупатели, ваш колёк ожидает вас к огромной галереи. Более 50 тысяч работ начинающей машины работы. Организация премьера. Постоянное выступление. Я хотел показать вам вот эти канделябры красивые из стекла. Вот это хорошая витрина такая. Сверкательная вся.
сверкающая, красивая. Как льдины, да? Как льдинки. Классно. Как у Снежной Королевы дома. Изо льда все. Прикольно. Тяжелый вообще, но дом тяжелый. О, да, тяжелый. 3900. 3890 вот этот. Так, а вот этот самый большой. 14900. Ну, 15. А как они крепятся? Куда, как они прицепили их? Сюда. Оленей-то этих просто поставили. Вот красивая игрушка. Каменье, украшение. Вот, мне нравится. 3000 стоит голова оленя. Даже не целый. Красивый, конечно. Здесь свитера такие красивые. Ну, довольно-таки толстые. 4600. Да. 4600 стоит. Так будем путать, кто сидит рядом. В одинаковых. Винтаж такой красивый. 5200 стоит такой фонарь. А этот 4300. Вот этот мне очень нравится, конечно. Красивый. Вот, кстати, в него можно даже поставить там, допустим, куклу фарфоровую. Ну или что-то еще придумать. Вот поменьше есть такой красивый. Красивый. Ну, не такой уж тяжелый. Ножки у него есть. Здесь такие подсвечники. Изобилие красоты. Вот такие подсвечнички есть. Кстати, я такой хотел купить, но потом что-то меня остановило. Ну, сколько их можно? Совсем легкие. Здесь, посмотрите, заросли. Целая аллея. На любой выбор. А я бы вообще вот здесь показ устроил. Вот так идут модели, идут. Красиво. И, кстати, может... так, девочка раз, допустим, цветок отсюда достала. Так, чик-чик. Ага, фиг достанешь. Ну, вот этот, например, достала. И дальше пошла с цветами так. Позируя. А что, красиво. Классно. И музыка уже есть. Для показа. Блин, хоть бы YouTube не блокировал, чтобы я не это. То придется все подчищать, эту музыку. Вот бордовые, какие красивые. Сказочные. Снегу. Эти, конечно, балдежные. Так, что, сколько стоит цветок-то этот? 1000 рублей один цветок стоит. Так. Ну, это надо на заставку мне ставить этого видео. Роскошно. Вот это я люблю, конечно. Так, ну-ка сразу фото сделаю. Чик. Чик, сделал фото. Угу. Вот такие же. Но бордовые круче. А вот какой веночек, блин, ну 2200. Что ж за фрукт такой? Ох, леопардовые цветы. Я хочу дойти до бронзового отдела, где вазы бронзовые стоят, мне очень нравится.
Вот они напластали-то для Нового года красоты-то. Это да. Молодцы. Сколько елок. Здесь красивые тоже светильнички. Тоненькие такие эти. Красиво. Тонкая работа, как говорится. Елочка крутится. Вот она крутится на подставочке. Видим, здесь такие подставочки продаются. Тут целый лес. Ларис, ты в лесу не заблудилась? Арка вот такая есть. Ларис, я там уже нашел, где показ сделать. Угу. Ларис, давай фотографирую тебе, хочешь что-то? Шкарочка. А если... Серьги сняла. Да. Вот здесь надо вертикальную, наверное, потому что, потому что с тобой... А я не могу, сейчас я видео пишу. Но я такую сделаю. Уборщик как раз ушел. Ага, и смотрите, какой набор посуды. Новиночка. Красивый. Этот с оленями, а этот с лисами. Здесь совы. И кто это? Куницы или кто они? Еноты, да, кто? Вы у меня лучше всех знаете, потому что ничего не знаю. Я только шить умею. Ну, уже хорошо. Кто-то этого не может. Так. Ну, кстати, хорошо, что вы мне там подсказываете некоторые вещи. Вот, допустим, девушка написала, что на карете у меня там не дядька Черномор, а этот, вот сейчас тоже уже не помню, как его зовут. Ну, короче, властелин, так его назовем, вина. Надо прочитать заново, чтобы вам сказать. Забыл уже. Лариса там скатерть любилась. Щебечет вся. Да. Ну ты же знаешь, я больше люблю антикварные скатерти. Ты будешь, это ты мне сними, я себя выставлю. Куда ты выставишь? У меня тут все в YouTube пошло. У меня пошло все зрителям. Темновато. Это салфетница, да, такая? Смотрите, какая красота. Витринка. Такая вот витрина из кубов с огоньками. Красиво.
вот эти мне отделы нравятся. Винтажные. Винтажного настроения. И книжки держать. Один слон, 11 тысяч стоит. Очень тяжелый. А, хотя нет, нормально. Ну как? Ну, весомый, короче. Здесь вот такие бокалы есть наборочные. Наборочные подарочные. О, господи. Вот такие подарочные бокалы. 19 ноября в уникальной атмосфере ресторана Backstage. Эталон профессионализма, качественный звук и неподдельные эмоции в живом. О, вот это мне нравится. Шикарные подстаканники. Здесь с рыбкой. Здесь такая тематика. Медведи. Львы. Кто тут? Хм, прикольно. 10 тысяч стоит такой. Вот эти крутые кружки, бокалы. Лев в короне. Хм. Как в музее, в общем. Красота, как в музее. И музыка соответствующая. Хочется налить бокал вина. Сесть рядом с камином. В мягкое, теплое, уютное кресло. И расслабиться. Пообщаться с вами. Да? Под эту музыку. Ну, вот это вообще невероятная вещь. Достойно короля, как говорится. Сейчас сделаю фото. Целая история в этих бокалах. Обалдеть, посмотрите, что творится. Очень круто. 10 тысяч. Ну что, вот на подарок отлично. Такой юбилей, да? Мужчине, который любит красиво жить. Девушке навряд ли это подаришь. Хотя вот этот можно девушке. С листочками. А здесь нашел девушку. Дамочку, вот такую, вот как раз такую мне подарила одна из моих моделей. Теперь я знаю, где они купили для меня подарок. Теперь я знаю, что они тоже входят в мой любимый магазин. Тематика, да, понимаете, какая красота. Она у меня стоит среди фарфора. Битва. Это что, правосудие или что это? Девять шестьсот стоит. Давид, да? Давид это? Огромные, с меня ростом вот эти кувшины. Как у Али-Бабы, да, в которой прятались разбойники. Лариса тут нашла волшебное зеркало. Она говорит, я очень красивая. Кстати, вот такая у меня штука есть. Я покупал здесь вот это.
сразу опять захотелось лето и дачу, глядя на такие изделия. Пасхальный зайчик остался. Птица вот эта прикольная. Большая. Зайчик здесь такой. Вот такая тема здесь есть. Вешалка в виде ключа. 2500. Ну, что-то в этом есть, да? Можно вот у кого квартира в стиле лофт. И дополнить вот такими шахматами. Это что такое? Алюминий, что ли? Собаки. Вот что еще? Здесь есть телец. Я ведь телец. Ага. Рыбу вижу. Здесь акула висит. Прикольная. Вот акула прикольная, собственно, нравится. Подсвечники такие. Убрать свечу и даже не поймешь, что это подсвечник. Тысяч. А это самая моя любимая витрина. Вот тут роскошь-то немерено. Вот тут-то ее сколько. Царство, государство. Вот такой. У меня только бар сиреневый. Девчонки, которые мне подарили, здесь покупали как раз. Вот он стоит. Вот этот. Вот это подсвечничек, вот это мне нравится. Уважаемые покупатели, обращаю ваше внимание, что по техническим причинам с 23 часов 45 минут до 0 часов 1 минуты обслуживания на кассовых терминалах осуществляться не будет. Вносим свои извинения с доставами и неудобства вам. Такая необычная ваза. Красивая, конечно. А я в этом магазине покупал себе мыльницу. Это не совсем мыльница. Вот какая птица. Не совсем мыльница, она вазочка. С бронзовой. Может быть, найду сейчас такую, здесь покажу. С бронзовой наверху, вот как типа этой стрекозой. И у меня стоит как мыльница ванная. Сейчас, может быть, найдем такую здесь. Чайник, который сам заваривает чай, робот, который самостоятельно моет окна. Ну вот они, стрекозки такие, вот типа такие. Ой, как классно, здесь ножки стрекозьи, хвостики. Прикольно, конечно. Здесь птица с рыбкой во рту. Показать, вот она там. Ваша рыбочка. Безопасность и комфорт – приоритет сети гипермаркетов «Твой дом». В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, просим вас с особой внимательностью так, это уже отломили. Использовать здесь кусок бронзы. Защиты органов дыхания, маски и респираторы. При входе в наши гипермаркеты установлены емкости с бесплатными дезинфицирующими салфетками, которые предназначены для поручней тележек. Пожалуйста, протирайте их перед использованием. Также вы можете совершать покупки, не выходя из дома, на нашем сайте «Твой дом». Ух ты, лягушечки. Берегите себя и будьте здоровы. Прикольные.
Это что это? Подсвечники или просто так? Просто украшения. Ну, конечно, такие вещи нужно в паре покупать. Вот примерно вот такая у меня мыльница. Вот с такой же стрекозкой. Что тут еще есть? Ой, вот это ваза красивая. 44 тысячи. Тут тоже отломили у чего-то. Может, даже и разбили. Ну-ка, там какая ваза стоит. Как ладья. Крутая, конечно. Наступают исключительные дни от Рош-Буа. Успейте приобрести мебель европейского качества от французского бренда Рош-Буа. Воспользуйтесь уникальным предложением на покупку мебели из новой коллекции. На выгодную цену. Это хорошенько. Только на 28 ноября. 6 тысяч. Корпус 4 этаж. Рош-Буа. Здесь красивая ваза. 14 тысяч и не менее красивый подсвечник. Еще мне хочется показать вам эту посуду. Она, конечно, очень дорогая. И, ну, на ней могут появиться сколы. Но то, что она красивая, это, конечно, факт. На ней, вероятно, красиво. Вот этих не было, они недавно появились. Ну, сравнительно недавно. Такое блюдо с мышами. Ну, наверное, это только не пользоваться, а украшать свою кухню. Класс.
тыковки. Так, вот здесь еще у нас ягодки вот такие. Красиво. Котяра черный. Какой классный. А это, видимо, кувшины. Изо рта у него течет, ручка есть. Да, кувшины такие. Угу, забавные. Белочка вот есть такая тоже. Так, что у нас есть? А, вот еще рыбки внизу сейчас покажу. Лягушку вижу. И вот пошли... А, вот птичку сейчас покажу. И вот пошли рыбки. А, сова еще. Ух ты, сова-то крутая. И вот рыбочки. Забавно. Рыбья тема. Еще вижу лимон. Пойду к лимону. Смотрите, какое все яркое. Какая прелесть. Вот эти две солонички мне понравились еще. Что ж ты так кричишь? Миленькие. Свет на них как-то падает не очень. Так они красавцы прям. Здесь еще Новый год. Всем желаю подарков. Ура! Скоро Новый год. Судьба вам протянет подарок в этом новом году. Все то, о чем вы мечтали, все то, чего вы хотели. Я вам желаю и себе тоже подарков. Не обязательно это материальные вещи. Пусть это будет доброта людей. Пусть это будет реализация ваших мечт, которые то, о чем вы давно мечтали, хотели. Ну, не знаю, может быть, куда-то съездить, может быть, кого-то увидеть. Мы же много о чем думаем, мечтаем. Может быть, чтобы кто-то выздоровел из ваших родных, близких и любимых людей. Ваш Иван Рыбников. Что я здесь обнародовал, уже сейчас обнародую. Икра лососевая в матрешке. 2300 стоит. И еще смотрите, что раки в банках, это 3000, это 5. Смотрите, какие красивые. Надо же, прикольно. Ну, я вообще как-то раков не очень, хотя, может быть, я просто не распробовал. Как говорится, вы просто их не умеете готовить, да? Я не любил уху вот долгое время. Недавно попробовал, как вкусно. Ну, потому что умелыми руками приготовлено, нашим поваром. Ну, короче, 5000 и 3000. Для любителей раков. Магазин «Твой дом».